Счет 2-0 в пользу Смаргонь. Уверенно играет Смаргонь во втором тайме. Но празднование затягивается. Хотя это уже ничего не значит, похоже. Уверенно играет Смаргонь. Ну и тут вот не совсем понятно. Это уже пошло какое-то движение здесь. Не совсем понятно. По-моему, после матча вот такие мероприятия проводить. Празднование гола, это понятно, но без перебора.